Еще в 2017 году, в преддверии тысячелетия Бреста, был учрежден фонд с одноименным названием «Для материальной помощи Музею истории города над Бугом». За 6 лет благодаря меценатам удалось собрать нужную сумму для реализации двух больших проектов – обновление и инновационное совершенствование экспозиции музея истории города Бреста и в название улиц «История города». Мероприятие «Фундаторы Бреста» посвящено именно тем неравнодушным людям и предприятиям, которые внесли свой вклад в сохранение исторической памяти. Благодарность предприятиям, которые откликнулись, которые оказали нам помощь, потому что не всегда мы можем что-то для музея делать, исходя из своих финансовых возможностей. Жизнь не стоит на месте, инновации внедряются в музеи. Мы всегда мечтали о том, что у нас появятся какие-то ожившие картинки в нашем музее. Но мечтам удалось сбыться и благодаря предприятиям, которые золотыми буквами сейчас вписаны в экспозицию нашего музея, мы получили вот то, что сегодня мы презентуем. А презентовать действительно есть что. Широкой публике представлены разнообразные музейные инновации. Систему фронтальной проекции, гравюру, осада Бреста шведами в 1657 году. Электронную этикетку, интерьер квартиры 20 века, сенсорный мультитач-стол с интерактивным приложением. Внедрить дорогостоящие интерактивные технологии получилось именно благодаря спонсорам. Город обратился, решили не отказываться. Дружим и не первый раз уже оказываем городу финансовую помощь. Деньги потрачены не зря. И как жителю города, который здесь родился, проживает и посещает музей регулярно, очень приятно, что музей не стоит на месте. Это был очень интересный проект, и я очень рад тоже, что предприятие наше выступило учредителем данного фонда. И те предприятия, которые откликнулись в реализации этих идей, это, конечно, в любом случае они войдут в историю города. И мы знаем, что тот, кто помнит свою историю, невозможно без знания истории двигаться дальше, двигаться в будущее, развиваться. Также благодаря спонсорам в рамках мероприятия «Фундаторы Бреста» впервые в этом году на один месяц выставлен подлинный экземпляр Брестской Библии. Уникальный и бесценный памятник культуры эпохи Ренессанса. Реликвий такого уровня во всем мире осталось всего 49, а наша Брестская Библия не просто сохранилась до наших дней, но и удивительным образом осталась в отличном состоянии. Первое полное издание Библии не только на территории нынешней Беларуси, но и вообще в Восточной Европе. На сегодняшний день мы говорим, что... Руководство музея не могло не отблагодарить всех меценатов за отзывчивость, и каждого спонсора наградили эксклюзивными сувенирами. Государственное учреждение культуры, Музей истории города Бреста, планирует и дальше развивать техническую сторону экспозиций и наращивать базу экспонатов, чтобы каждый брестчанин, посещая музей, мог по-настоящему окунуться в прошлое.